Добро пожаловать на канал Be Special. В этом видео мы разберем, как сделать макияж, который идеально подойдет для новейшего века и поможет визуально увеличить глаза. Ставьте лайк, если эта тема для вас актуальна. Начинаю свой макияж с прокрашивания межреснички. Для этого мне нужен карандаш от Be Special Midnight Crime. Я заполняю все межресничное пространство карандашом и могу выйти слегка на веко. Я возьму кисть номер 6 и буду растушевывать границы карандаша. Следующий продукт – это кремовые тени Cosmic Fairy Tail. Я буду наносить их кистью номер 2. Наношу на все подвижное веко и слегка захожу на неподвижное. Закрепляю сухими тенями похожего оттенка кистью номер 4. Следующим этапом мне нужно создать дымку. Для этого я беру сухие тени в коричневом оттенке и от внешнего уголка глаза начинаю растушевывать их по орбитальной складке, слегка заходя выше, тем самым расширяя глазик. От внешнего уголка глаза двигаюсь круговыми движениями, чуть выше орбитальной складки, и далее вывожу тушевку, слегка вытягивая к виску. Далее важный момент – это тушевка на нижнем веке. Я начинаю с внешнего уголка глаза и двигаюсь в центр, примерно до центра зрачка. Соединяю свою нижнюю тушевку с верхней, выводя в форму. Затемняю внешний уголочек на верхнем веке самым темным коричневым цветом. Это у меня будет зона тени. Следующим этапом я буду ставить блик на нижнем веке. Я его поставлю прямо в центр под зрачком. Слегка растушую блик. Далее используем светлый каял в оттенке Milky Way. Прокрашиваю всю слизистую, но двигаюсь близко к ресницам. Следующий продукт – это хайлайтер Besides. Я буду наносить его на внутренний уголочек глаза сияющей стороной. Следующим этапом прокрашиваю тушью ресницы. Обязательно прокрашиваем нижние ресницы, чтобы добиться более распахнутого взгляда. Следующим этапом мне нужно наклеить ресницы. Для этого я беру ресницы 12 размер, клей и буду проклеивать с внешнего уголка глаза до внутреннего. Каждую ресницу я клею близко к своим ресницам. Вот такой у нас получился макияж. Пишите в комментариях, как вам такой макияж для новейшего века. Подписывайтесь и смотрите другие ролики на канале Be Special.